Доброе утро, дорогие мои друзья, дорогие мои девчонки, милые женщины, которые следят за собой и используют, значит, все, что есть у вас дома, на кухне, то, что может питать, все эти делают масочки, скрабы в домашних условиях. Потому что все мы пришли, наверное, к выводу такому, что есть крема, и это, ну, какой-то, может быть, особенный вариант, который может как действительно помочь. А когда вот такие питающие маски делаешь постоянно дома из каких-то определенных продуктов, остаточки, там огурчики, там клубничка, вот, сметаночка, творожок, используя оливковое масло, ну, конечно, используя витамина Е из аптеки, когда мы покупаем, употребляем их, и тут же можно на лицо. Лицо для женщины – это очень важный момент. Тем более, что если вы общаетесь, и у вас работа такая, когда вы общаетесь с очень большим количеством людей – женщины, мужчины, дети. И поэтому особенно молодежь, очень приятно, когда встречаешь радушные, приятные улыбки, поддерживающие тебя, видишь глаза, смотришь в глаза и видишь действительно искренние вот взгляды такие, что, допустим, ну, не мудрено, если я уже честно призналась и сказала, что я уже бабушка. Тем более, что я бабушка, у меня две внучки и два внука, дорогие мои. Это очень важный момент. Поэтому, а мы хотим остаться молодыми, цветущими, жизнерадостными, ну, конечно, и мудрыми. Так что, дорогие мои, кто-то пытается там уколоть. Знаете, мне эти уколы абсолютно. Вы знаете, я не реагирую на эти вещи. Спасибо вам большое, если вы пытаетесь ну, неприятное такое вот, знаете, считаешь, когда то проскальзывают такие вот уколы маленькие, знаете. Ну, спасибо вам, дорогие мои. А я, например, очень благодарна таким людям и говорю, хорошо, у меня родилась идея, и я создаю новое видео. Я вижу его уже, прочитая ваше высказывание, можно сказать, дорогие мои. Самое лучшее и приятное, когда в вашем сердце любовь. Пусть ваше сердце будет наполнено вот полностью. Ни одной микрокапельки, чтобы не было пустоты в вашем сердце, а именно любовь. Любовь к ближнему, как к самому себе. Мне очень нравится это выражение из Библии. Оно очень помогает, дорогие мои. Я хочу сказать, что сначала я говорила, но я еще раз нанесу маску. Теперь к маске. Почему я обратила сейчас внимание? Потому что я сейчас говорю, а идет стяжка. То есть это как желток. Яйца, как желток с белком, с маслами, как масло авокадо. То есть все это вот именно дает такой эффект. Сегодня у меня маска. Ну, вы, наверное, догадались и сейчас скажете. Если женщины, кто знает, белого цвета маска, хорошая стяжка. Но еще можно несколько раз покрывать, потому что я говорю, носогубные складки появились, поэтому нужно будет повторить после того, как я сделаю это видео. Я делюсь искренне с вами и говорю, что эта маска сегодня, как здесь в Америке, называется йогурт. Йогурт с фруктами. То есть это может быть с персиком, это может быть клубника, черника, то есть здесь очень много, вишня там, очень много разных фруктов,
который дает изумительный, нежный, прекрасный такой вкус. Просто язык проглотить можно. Дети очень любят. У нас малышка любит такой йогурт. Если, на мой взгляд, то я бы сказала, это не йогурт, а это как творожная нежная масса. И вот, вот остатки ее остались у меня немножко. И я решила проэкспериментировать. И вот, пожалуйста, немножко поближе могу. Ну вот сейчас я разговариваю, обратите внимание, вот есть такая складочка, да? Потому что у меня очень сильно развиты мимические морщины. Работа в театре. Честно признаюсь, я работала в Артеке. Это отдел лагерей массовой работы раньше был. И сейчас это режиссерская группа, которая готовит праздники в Артеке. Вот эти замечательные, прекрасные, по разной тематике праздники. Я в свое время работала, и я чувствую себя великолепно в этой работе. Я люблю эту работу, даже если сейчас как бы я уже не занимаюсь этим. Итак, дорогие мои, маска. Делюсь, мои хорошие. Где там я еще? В другом зеркале? Ай, ну там далеко. Вы знаете, я очень веселый, энергичный человек. Я люблю юмор. И все ребята, друзья, кто сейчас меня смотрит, привет вам всем, дорогие мои крымчане, крымские мои друзья. Я вам передаю привет, дорогие мои. Они знают прекрасно, что я очень веселый человек. Я люблю юмор. Я люблю заводить людей вокруг себя, чтобы они радовались, смеялись, поддерживали тут же меня. И когда я появляюсь где-то, где видят меня мои друзья, мы начинаем шутить, смеяться. И у нас прекрасно проходит время. У нас очень хорошие и здоровые отношения, дорогие мои. И, ну, конечно, я, как говорят еще в народе, есть такое выражение, белое пушистое. А то я вам сейчас рассказываю, вы действительно поверите, что я вот такая, да? Нет. Есть такое выражение: не мечите бисера перед свиньями. Но это факт. И действительно, что нужно сделать в таком случае? Есть такое еще одно выражение: не реагируй, а мило улыбнись и пройди мимо. Но еще одно выражение: если тебя ударили по одной щеке, подставь другую и наблюдай. Но это не значит, что можно ударить по второй. Мне это помогает. Я либо с юмором, с шутками, со смехом, либо иначе, как тот лев. Один раз, и все. И все сразу поняли, что наглеть нельзя. Так что, дорогие мои, пусть я, наверное, сегодня не очень много так говорю. Я вас люблю, дорогие мои. Я действительно, искренне вас люблю, дорогие мои, потому что вы заходите на мой канал, и каждый из вас ищет для себя утешение в душе. Я знаю это, я чувствую это. Я смотрю другие каналы, других видеоблогеров, и я понимаю их, с какой отдачей, с какой любовью они относятся к той аудитории своей, к тем людям, которые подписались на их канал. Поэтому я очень благодарна тем, кто еще не достиг совершенства, дорогие мои. Всех вам благ желаю. От чистого сердца я люблю вас. Истинно люблю. И благодарна вам
за то, что вы есть. Потому что не может быть такой мир ровный, красивый, прекрасный. Обязательно каждый человек идет своим путем. Один достиг совершенства, а другой еще на пути к этой маленькой вершине своей. И вот я хочу этим людям пожелать большой любви, крепкости духа. Идите своим путем, спотыкайтесь. Мы все грешны в этом мире, но понимайте, осознавайте свои ошибки и идите дальше. А потом однажды вы увидите себя, вы почувствуете в себе мощь, силу и будете любить себя и в себе вот это прекрасное начало, вот это совершенство, который, может быть, и хочет видеть в вас наш Отец, Создатель Вселенной, Отец, Господь Небесный. И возлюбите ближнего, как самого себя. Вам станет легко жить на этом свете. Не обижайтесь долго на тех людей, которые вас обидели. Легко жить. Спасибо вам, дорогие мои, за то, что вы сейчас были со мной. А я вот смотрю поближе. Замечательно. Вот видите, как еще ближе, да? Вот на лбу у меня есть такая морщина, да? Ай, айпад, конечно, я просто не могу установить. И вот смотрите. Ну вот здесь можно повторить будет. Да? Отлично. Даже и с этой. Даже носогубная. Я разговаривала, но вот есть в уголках, то есть нужно повторить эту масочку. У меня есть еще остаточки, поэтому я вам рекомендую, попробуйте. Стяжка великолепна, даже еще сильнее, чем яйцо. С маслами, там можно лимон добавлять. А самое главное, эта маска, кто желает, то она хорошо отбеливает. Личко будет отбеливать такой, ну, светлее тон будет немножко. Это очень важно для женщин. Итак, я не могу улыбнуться. Вот. Все. Вот. О. Близко показываем. Никак. Вот. О. О. Не могу, дорогие мои. Я люблю вас. Спасибо за это прекрасное утро. И задавайте ваши вопросы. Ну, конечно, кто отправит мне негатив, ребят, ну, все мы, я уже сказала, в этом мире несовершенны. Поэтому, ну, спасибо и за это. Я очень благодарна вам. Это большой труд, поскольку я отношусь немного к режиссерской работе. И, к сожалению, вот у меня только вот этот iPad, это мой компьютер, это моя камера. Поэтому не обижайтесь. Все в свое время. Как говорится, разбогатеем, купим суперкамеру. Я об этом думаю. Потому что я буду идти дальше в своем канале youtube.com Мила Гурзуф и продолжать этот творческий путь. Мне он приятен, мне он нравится. И я хочу, чтобы мой канал был приятен для вас, нравился вам. Поэтому пишите и задавайте вопросы. Нет времени, но я буду пытаться вам отвечать. Или просто делать видео, понимая ваш вопрос, делать видео и отвечать в нем. Это намного приятнее, чем вести просто какую-то переписку. Не люблю это. Всех вам благ. Пусть в ваших семьях будет любовь. Взаимно.